Сегодня то, чего вы так долго ждали. Легендарный Джон Уик. А еще его называют Баба-Яга. Друзья, всем привет! Вы на канале «Ну чё снимаем?». С вами директор Сабитов, а значит, вы смотрите очередной пересъем сцены. Сегодня у нас сцена Джон Уик. Напоминаю правила нашего челленджа, которые мы поставили сами себе. У нас есть 40 тысяч рублей и один съемочный день. И мы все очень пытаемся выжать максимум из имеющихся ресурсов. А в конце ожидается конкурс. Что, реально? Огромное количество пересъемов, съемок и так далее. У нас собрался парк техники, так скажем. Да, а в данном случае реквизита – это пистолеты. Есть вот такой пистолет без курка. Он такой, что делает? У меня вообще водяной. Кстати, сегодня роль Джон Уика исполняет Кирилл. С самого первого выпуска «Начала», который дрался с Даней Кашиной в «Летающей комнате». Но у нас еще есть один актер. Для кадра, как будто мы не здоровы. Да, да, никогда. Как будто мы уже с тобой не виделись. Пойдемте посмотрим, какой у него образ. Наш актер недавно коротко постригся, и было принято решение, чтобы он был в парике. Мы сначала со скепсисом относились к этой идее, но в дальнейшем парик сидел как влитой. А он точно той страной, да? В целом он закреплен. На клише посади. Кирилл, наш актер, настолько вживается в роли, что даже... Есть проблема, которая меня волнует, но Кирилл говорит, его не волнует, у тебя сломана рука. Да. Но я эту роль никому не отдам. Все хотят Джон Уика, вот прям все хотят Джон Уика. Вот. Но мы ее отдали Кириллу. Поэтому нам надо было делать все особенно аккуратно. По классике снова разобрали сцену и загрузили кадры на планшет. Сейчас мы ждем, когда Альфред нам сделает локацию и приступим к съемке. Перед этим давайте познакомимся с героями, которые сегодня будут взаимодействовать с Джоном Уиком теснее всех. Тут у нас комната мальчиков. Первый раз же у нас снимаете? Да. Все, вот, классно. Каждый наемник играет трех. Так как они в балаклаве, мы их будем постоянно менять, они умрут и на втором этаже, и на первом, и на улице, короче, везде. И есть бравый полицейский, который пришел посмотреть, все ли в порядке. Очень похож на настоящего. Сначала не ожидали, когда... Такой участковый просто пришел, такой, у вас все в порядке, тут соседи жалуются. Для сцены, когда Джон Уик стоит у окна, чтобы более высветить его фигуру, установили свет снаружи, который светил бы на соседний дом. Ебать. Все, мы готовы, мы начинаем. Кстати, этот выпуск будет также полностью переозвучен. Пишите в комментариях вообще, как вам больше нравится. Если мы берем звук с площадки, это накладывает определенного рода проблемы. И в съемках, и непосредственно в бюджете. Еще особенность этого пересъема, что у нас авторский трек будет. Классно. И начали. Стоп. Поняла? Все, по классике. Мы отсняли кадр, мы его удаляем. После этого мы наконец-то начали снимать, что давно хотели. Махачи перестрелки. У нас пришли господа наемники. Салям. Как вы понимаете, у нас здесь ограниченное пространство, и не так круто, как в фильме. Поэтому я сейчас буду сам разводить мизансцену, придумывать какие-то связки, чтобы это смотрелось классно, интересно, и также в рамках вселенной Джон Уик. Начали. Пуф. Вот, он вышел. Хоп-пам. В голову. Бам. И он тоже упал. Да-да-да-да. Вот он упал. Ты налево посмотрел и направо. И начали. Нормально. Опять это. Давайте не применять или отменить. Давай отменить. О, запомнили все. 11 классов высшего образования. Ой. 11 классов и высшее образование. Также мы решили проводить съемки сверху вниз, чтобы не таскать оборудование несколько раз. Поэтому, сняв все наверху, мы переместились на лестницу и дальше. И начали! Классно! Есть снега Уик, а есть Джон Уик. Вот такая есть шутка. Актерская школа директора Сабитова.
Как падают актеры? Они падают не сразу, они падают через ногу. И все, у меня идет перекатом, да. Мы даже склеиваемся, все. Вот у тебя пошел, и резко руку прям пух. И начали! Воу, вот это хорошо было. Че, делаем? Да, камера. Камера идет. И начали. Стоп, отлично. Переключились на кадр, который будет в конце сцены с полицейским. Больше крови. Такой участковый тут местный, блядь, поселка нашего. Не-не, это комедия уже какая-то. Да он подошел, блядь, что не видел, нахуй, блядь. Какой-то полицейский с Рублевки. Когда у тебя всего несколько актеров вместо десятка, надо не запутаться, сколько актеров в какой сцене лежит трупами. Все-таки надо положить двоих туда. Так. Все, стоп, все встаем, обедаем, перерыв полчаса. После плотного обеда по закону Архимеда... Сейчас будем снимать проходки наемников. Они туда-сюда ходят, а потом их всех убивают. Вот тогда, знаете, сделаем так, первый сюда уходит, двое дальше проходят. Вот, просто зашли вот так. Пару раз пульнули на камеру и дальше пошли. Начали? Во. Да. Начать драку решили от меньшего к большему. Самое сложное у нас в конце. Это непрерывная, там сколько, 20-30 секунд драка, где он... Тереза, Тереза. Гроб я нашел. Не переживай. Видите, мультивселенная. Я сейчас говорю про гроб, но вы его уже видели. Найди новую девушку в приложении Твинби. Да, чтоб он стрелённый, кажется. Ты прям должен увернуть. Это что было? Я жопы. Я думал, все, в рай попал. И начали. Стоп. Оу, щит, мэн. Предыдущий был лучше. Денис новые купит. Готовы? И начали. Стоп. Че рук не видно всем? Нам нужен новый пистолет. Фред. Ну Денис же купит. Пошло в народ уже. Случайно разбили пистолет, но смогли его оперативно починить. Пистолет, блин. Поэтому Джон Уик его и убил. Булат продолжил дальше разводить мизансцены с актерами. Так он прям стоит по фам. Знаешь, который час? Не время умирать. Кирилла лицо. Надо, чтобы, ну, прям вспышки были. Решили на крупных планах сделать вспышки от выстрелов с помощью света. Раз, два, три. Два, три — это выстрелы. Раз, два, три. Или нет? Или да? Булат. Паркур! И дальше была сцена со шкафом, на которой у нас был всего один дубль. Поэтому мы сначала отрепетировали этот момент. И уже ударяет в этот. Камера идет. И... начали! Да. Так, теперь нам надо разбить шкаф. Попытка только одна. Можно? Входите! Ребята, хотите стать такими же успешными, как я? Участвуйте в конкурсе! Под прошлым видео вы, к сожалению, не набрали необходимое количество лайков. Поэтому в этот раз мы разыгрываем что? Опять мы разыгрываем деньги, 3000 рублей. Условия простые.
подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Количество комментариев не ограничено. И в своем телеграм-канале среди тех, кто оставил комментарий, я разыграю 3000 рублей. По 1000 рублей каждому. Три победителя. Участвуй, выигрывай, побеждай. Будь лучшим. Приятного просмотра. И вот наступило время разбивать шкаф. И начали! Стоп! Ничего себе! А дальше произошло то, чего вы так с нетерпением ждали. И вновь очередные съемки. Да. Вы угадали. Мы снова боимся дождя, потому что пойдет дождь. 39 минут до дождя. Не, ну как? Ну это не смешно уже, но реально у нас каждый пересъем последнее время заканчивается дождем, когда мы приборы на улице оставляем, ё-моё. Так. Камера идет. И начали. Бам-бам! Стоп! Гипсу поднял. Да, посмотрим. По-моему, синхронно было. Да. Класс. Бам! Этот сидит довольный. Как говорил Булат, под конец мы оставили самое сложное, а именно, у нас осталась сцена беспрерывной драки, которая длится 30 секунд. Так, отлично. Камера идет. И начали! Ага, Кирилл, поворачивайся. Лекте. Крупняк, подснимем, как Кирилл поворачивается, и все. Все. Всем спасибо, смена окончена. Что-то такое, блат, происходит. Короче, заснимаем Джон Уика. Выстроили локацию у себя в офисе. Имитировали огонь от камина. Сейчас будем снимать. Всего лишь пару кадров надо снять. Красавец. Люди, кующие ныне экстрасенсорику. Баю-баюшки, бай-бай. Баба-яга. Короче, мы старались. Дождь нам пытался помешать, но мы его в этот раз обманули. Джон Уик убил дождь, да? Да. Вы просто посмотрите на состояние человека после смены. Кирилл, ну, капитальный ради, красавчик. Ради такого персонажа легендарного нельзя было не выложиться. Да. Кирилл, красавчик, лайк ему поставьте, даже если вам, сука, не понравилось. Поставьте лайк. Вот. Кирилл, красавчик, мы старались. Не все сделано как в рефе, да? Ну, в плане того, что кадр в кадр. Но экшена мы добавили максимум, просто максимум, насколько это было возможно. Я напоминаю про конкурс. Напоминаю про свой телеграм-канал. Ждите новых пересъемов. Подписывайтесь. И все остальное. И лайк еще раз Кириллу. Кирилл красавчик. Да. Спасибо.